Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что мы снова на другой планете, и я влажу в платье Таниты Такур, чтобы... Нет, Кавиты Такур, извините, Таниты. Кавиты Такур, чтобы вести протекторат Кавиты к главенству на этой все еще безымянной планете, хотя ко второй серии в комментариях вы, я думаю, уже проголосовали, как ее назвать. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», напоминаю. А если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо появилась уже в верхнем правом углу. Ну что ж, мы тут добиваем Бразилию. Ну хотя, как добиваем? Два города мы только захватили. Да, вот видите, то, что я захватил Санту-Андриан, и вот это все моим стало, это означает, что этот Санту-Андриан прополз... Вот этот промежуток, ну это, конечно, тупо. Это, несомненно, тупо. Так, давайте мы вот этого рабочего, наверное, захватим. Подожди, дайте-ка мы передвигаться будем, а то еще могу выстрелить случайно, надо захватить. А, он уничтожается, Смотрите, в пятерке захватывается, а тут он просто уничтожается. Мне эта музыка почему-то Бэтмена напоминает. Так, что мы тут прокачали? Подлодочку. Вихрь. Ну, мы, наверное, сейчас юниты будем просто потихоньку гасить. Вот эту подлодку надо будет сначала. Потому что оно пострашнее, чем все остальные юниты тут находящиеся. Я не думаю, что Санту-Андриан можно как-то обратно отбить. О, тут, кстати, мне рабочий достался какой-то. Ну, я его, пожалуй, как Xiaomi поведу. Не достреливаю туда. Вот этого раненого не хочу подводить. Ладно, тут мы, наверное... Что у нас самолеты могут сделать? Раненый. Этим можно проатаковать. Надо вот этот один юнит убить. Остальными он пока тут захватить не смог. Хотя и вот этим он еще может. Прикол, мне показывают, как будто у меня самолет вот оттуда-то. Видели сейчас было? О, как будто он слева прилетает. Давайте вот этот убью, потому что этим он тоже может захватить. Так, теперь отсюда начинаем вот этот мочить. Да, прокачанные самолеты все-таки круто. Но в отличие от шестой цивы, где просто ты выходишь в самолет и ты победил, здесь их еще надо прокачать, извините. И тут много других, кстати, возможностей тебя еще до самолетов вынести, так что... Да, давайте добью уже. Так, а вот эти подлодки поставлю сюда и сюда, чтобы с этой стороны все-таки не было возможности город как-то захватить. Этот... Пускай стоит, лечится. Так, что-то мы какую-то тайную операцию завершили. Еще науку сперли. То есть тут уже максимальный уровень интриги. Кража. Ну, видите, тут очень маленький шанс. Я, конечно, понимаю, мы можем переворот, но 35% на успех. Зачем? Лучше делать то, что реально успешно.
Сант-Андриан голодает. Аксиома голодает. Арша растет. Злоумышленник, это мы уже захватили этого рабочего. Так, тут я опять строителя сделал. Убираем миазму. Убираем миазму. И в Саире, наверное, уже хватит рабочих. Ксеномассовую бань. Давайте ториевый реактор. Это и энергия. У меня просто сейчас очень много энергии будет уходить на поддержание. Так, вот у нас один модуль. Вот как раз вот здесь. Если на поддержание земного ландшафта. Может добить. Ну, хотя я встану тогда под удар города. Не, не буду. Тут тоже просто стоим. Здесь земной ландшафт начинаем. Так, тут у нас все вроде большей частью исследовано, да? Ну, поплыли сюда пока. Мы же не можем этим на сушу выплыть. Рабочий. Давайте, наверное... Вроде все отремонтировано, да? Давайте, наверное, вот тут тогда. Земной ландшафт. Не осталось ходов. Ну, там бразилец уже, конечно... О, Бразилия и Китай мир заключили. На кого-то он тут нападает. По-моему, на африканца. Так, это он решил мой катерок атаковать. Минус 18, терпимо. Во, вы нам-то не забудьте место оставить. Хутама. Ну, извините, я бразильца. У тебя место захватить бразильца и времени было куча. Мог бы этим и заняться. Хотя он далековато от него. У него другие соседи имеются. Ну, Китай не вовремя, мне кажется, заключил мир, как раз когда уже полностью Бразилия повержена, можно сказать. Самолетики прокачали. Прана растет, аксиома голодает нормально. Повысился до одного и до двух уровней интриги, но это терпимо пока. Да, блин. Еще живет. Так, а самолеты эти у меня куда долетают? Ага, до города долетают. Ладно, а отсюда? Давайте вот юнит этим самолетом убьем. Я сюда заведу подлодку лучше. Ну все, опять он завис в этом... бесконечном полете. Так, а если мне чем-нибудь захватить город? Ну, в принципе, да. Так, по-моему, я ход не потеряю, если разграблю торговый путь. Да. 25 энергии, ну, немного.
Да. Город захватывается. Еще больше стало, может, у него какое-то чудо было. Вроде нет. Внезапно здоровье дофига стало. Ну, похоже, Сидаделла — это последний город. Полечимся пока. Кстати, можно и высадить этих ребят на сушу. Так, в Пране станция Рубеж. Давайте все еще на защиту. Просто на меня довольно скоро могут все напасть. Я тут вырвусь. Вперед. Комплекс по сложению измерений. О, это я тут чудо построил. В городах уровень нездоровья относительно 50%. Смотрите, мне сразу плюс 16 здоровья просто стало. Вот это офигительно. И причем это чудо только я мог построить, потому что это получилось из артефактов. Так, институт. Вот тут достраивается институт. Давайте начнем. Хода до роста. Ну, норм. Тут тогда ферму сделаю. Пожалуй, в Санто-Адриан переброшу. Ликвидирована миазма. Ну, я повторюсь, если бы мы шли по пути гармонии, нам бы миазмы помогали в том плане, что мы бы лечиться в них могли. Но я по пути превосходства решил идти. Ну, давайте пока вот этот антигравий обработаем. Прям даже интересно, последний это город у Бразилии или нет. Ну, в принципе, я уже две фракции, можно сказать, вынес. Мне кажется, африканец не может этот город захватить. Послабее будет.
И там 55,4, это, ну, серьезная защита. Раз, два, три, четыре. У меня, кстати, тоже не добегает. Строить дороги, соединяет два других города с городом Мандир. Это мы сейчас институт построили. По-моему, я это выполнил. Не стоит слишком превозносить человеческое сознание. Ведь оно осуществляется клетками. Мы неизбежно станем частью гармонии. Похоже, что клонирование вызывает столько же противоречий сейчас, как и раньше на Земле. Наши люди собрались у новой станции клонирования и хотят узнать, как будет использоваться новая технология. Это справедливое требование. Клонированные белки могут увеличить срок хранения продовольствия, но те же стволовые клетки могут сражаться с многообразными болезнями, которым мы до сих пор подвержены. Мы должны выбрать один из вариантов. Так, 10% пищи сохраняется. Давайте лучше 10% пищи сохраняем, потому что у меня пока со здоровьем нормально, а вот города растут медленно. Соответственно, после расширения будут... О, арбитр. Это новая прокачка для... Для катера, что ли? Может двигаться после атаки. Автоматическое исцеление каждый ход. Вот это мне больше нравится. Хотя и двигаться после атаки тоже. Вот гневливый. Я все-таки не понимаю, кого это я апнул. Нет, это не подлодки. А, это вот эти катеры. Понял. Мы на 7 клеток теперь можем двигать эти катеры, зашибись. Так, ну подходим к городу. Будем следующим ходом атаковать. Кстати, война только с Бразилией, да. Так, а что у нас там, кстати, с трансцендентным уравнением? 4 хода. Что нам дальше исследовать? Что вообще у нас на превосходство есть? Баллистическая левитация, кибернетика, орбитальный лазер, банк данных, мозаичный корпус, кстати, очень хороший на защиту. Базовый транспортер позволяет юнитам телепортироваться в одну сторону из любого дружественного города в любую клетку. Класс. Современные, полностью автономные боевые роботы. Тоже прикольно. Так, искусственное мышление. Гиперкомпьютеры. А вот врата освобождения. Это для победы превосходством. Но долговато. Давайте, наверное, ломанем очки превосходства. Давайте сначала совместное мышление, потом контроль климата, потом искусственное мышление. Это мы сейчас несколько уровней превосходства будем получать. И пока все. Построить дороги, соединяющие два других города с городом Мандир. Ну, ничего, что у меня вообще не построены. Ведь их разрушить и построить заново, что ли? Дурацкие. Так.
Так, что я в Агнии торговый путь построил, значит, нужен торговый конвой. В Асанте док построил. Давайте институт. Кстати, в Мандире институт, по идее, я могу вот так сделать. И чё, где у меня тут ученые? У меня же там какое-то соглашение, что... А, нет. А, ну да, рабочие создаются бесплатно, я же могу еще поднакупить рабочих, кстати. Ну, это, конечно, какое-то странное соглашение, то есть вы просто кучу рабочих можете наделать. О, через один ход централ у меня заработает наконец-то нормально. Так, вообще я тут не могу. А, он у меня сопротивляется еще. Ладно. Генопи. Ну я хочу на науку на самом деле все тут делать. Лаба. О, уровень интриги снижается. Это вот, кстати, в Асрае и где там еще можно было бы снизить. Институт. Ну, у меня не садятся ученые в ячейки, поэтому как бы... Институт. Ну, давайте от водных клеток. Уже тут уже много водных клеток получается. И в Мандире... Производство плюс 3. Неплохо, давайте, да. 4 хода экспедиции. Лечимся. Лечимся. Подплываем. Стоим. Две тысячи энергии откуда-то стало. Не пойми что. Можно, наверное, проатаковать немного. Не думаю, что это поможет Африке забрать город. Наверное, тут уже исследовать. Вот мне бы... Я вот хотел бы вот этот квест выполнить, но тут, извините, сколько еще? 6 штук надо включить. Я только одну вижу еще не включенную. Да? Жалко, конечно, тут нет вот этой возможности искать по карте, как это сделано в 6-й циве. А я еще такой... внимательный, что наверняка пропущу. Ладно, пока сюда поплывем.
Академия три клетки. Слушайте, а биоколодец плюс 2 еды дает, но еще и здоровье. Давайте биоколодец лучше вместо фермы. Venga, какой мир? Какой мир, чувак? Я сейчас это все получу и так. Он еще и африканцы, кстати, атакуют. Отлично. У него там сверху юниты были. Ну, это вообще урон никакой. Не, Полистралия далеко. Я не думаю, что она может мне все объявит войну. Я тут боюсь только, наверное, если Африку. Он реально и вблизи, и по силам равен. В любом случае, так выглядит. А, все-таки вот, засчиталось соединение. На примере новой симфонии Земли недавно открытая голографическая комната была битком набита. Съехались фермеры со всех концов колонии. Ну, то есть мы соединили дорогами. 18 гармоний, 260 единиц энергии. То есть 8 уровень если гармонии достигнут. Не юниты не подвержены воздействию миазмы. Поврежденные юниты автоматически восстанавливают минимум 3 очка здоровья за каждый ход. И 10% к росту во всех городах. Отлично. Так, что там за модернизация? Ну, пророк это такое. Может двигаться после атаки, игнорирует зоны контроля. Но это для джипа. У меня даже, по-моему, нету ни одного подобного юнита. Подливая масло в огонь. Где бы ни жило человечество, оно, похоже, не может избавиться от зависимости от ископаемого топлива. Это прискорбно, но нельзя отрицать, что оно приносит нам пользу. Наш новый нефтехимический завод даст нам ресурсы, которые помогут установить контроль над планетой. Либо плюс 2 к производству от нефтяных скважин, либо плюс 2 к культуре от нефтяных скважин. Я бы к производству выбрал. Меня культура и так, по-моему, валит отлично. Ну что? Пора захватывать Сидаделу. Так звуки не срабатывают у этих самолетиков. Но он опять завис в своем бесконечном полете. Не довели все равно до игру до ума, вы понимаете? Не довели. И этот вылетел, и все, мне кажется. Хватит его и так захватить, да? Да. Все, можно захватывать. Пусть меня помнят за мои совершения на земле, а не за то, что вы разрушили здесь. Так, сейчас мы еще себе тех. Две техи сможем адаптацию инопланетян и роевую робототехнику. Сейчас мы по гармонии тут ломанем. Это чудо. Плюс одно к пище от всех улучшений рыбной фермы. Ксенорой. Плюс одно к улучшению еды от всех рабочих. Отлично. Так. Энергия. Капитал. Нет, давайте мы
энергию. Мне хочется больше. Хотя, подожди, нафига мне дипломатический капитал, да? Наверное, так сделаем. По мере развития. Пища, 10 уровень гармонии. Еще плюс 4 десятых здоровья за каждый боевой юнит под моим командованием. Отлично, у нас вообще 29 здоровья стало. Ксенорой можем улучшить. Ей. Пошли исследовать территорию. Поплывем, попробую вот эту включить, договориться о проходе с китайцем. С китайкой. Так, мне надо шпиона куда-нибудь отправить. Мне на... Я думаю, что надо к Хутаме. Во Фриланд. Блин, это я из своего города достал. Давайте вас раю назначу, попробую там снизить уровень интриги. Давайте, наверное, очередь ставить уже в городах, потому что у меня городов немерено. Если я буду постоянно... Я хочу на науку делать упор. Поэтому... все улучшения с наукой строю. А вот под лодками не очень... круто расследовать, поэтому я их оставлю здесь в качестве защиты. Ну, потому что они на три клетки всего плавают. Зато они сильные, поэтому если кто нападет на меня... Надо бы мне моих исследователей найти... Всех. Видите, невозможно ли земной ландшафт строить, потому что тут миазма. Надо сначала миазму убирать. Одна клетка есть, где можно земной ландшафт устроить. Красота. Так, ну у нас по квестам реально только мощь и упадок остались. Остался невыполненный. И... трансцендентное уравнение 2 хода. Да, мне надо вместо ферм биоколодец ставить, конечно. Энергии у меня дофига. Так, уровень культуры. Я хочу вот сюда, в ландшафтную эко-архитектуру идти. Эко-архитектуру. Давайте через экономику дара. У меня сейчас плюс 99, а станет... Плюс 117. Ну, плюс 18 золота в ход нормально, мне кажется. Так, не сумел похитить. О, тут снизилось. Смотрите, снизился уровень интриги. Прикол. То есть тут что-то начал делать африканец. Плюс 10% к морским юнитам за счет доков.
либо просто плюс один к производству. Лучше плюс один к производству, потому что я... Мне что-то кажется, что я вряд ли буду юниты скоро еще строить. Сидаделла. Сидаделла может торговый путь. Ну, собственно, она и делает. Торговый конвой. Так, я хочу везде поставить на еду. У меня везде росли города. Централи торговый путь я сделал. Теперь опять же давайте по науке. Резервации инопланетян, да, пускай. Ну, тут пока защитные не буду делать. Давайте клинику, лабу и генопитомник. Так, сортируем по максимальному коэффициенту очков науки. Тянгун. Угу. Лечимся. Лечим. Ну, я пока никуда не буду перебраться в самолет, потому что я не знаю, с какой стороны мне тут может прийти какое-нибудь нападение. Пока вроде ни с какого. Ни с какой. Блин, сколько тут инопланетян плавает. Да, тут просто на дежурство становимся. Исследовать территорию. А что это? Кто меня тут разрушил? Гады. Ой, как мне сейчас красиво тут скоро будет. Все в земных ландшафтах. Долго строится, конечно. Ничего не могу сказать. Но потом... Так, стоим. Потом будет красота несусветная. Мне вообще, кстати, надо сотрудничество с Китаем и... открыть его города. У меня туда очень хорошие караваны бегают, круче, чем к африканцу, например, которых города которого я вижу. Так что да, надо сюда плыть. Вот это включать мощь и упадок и договариваться о сотрудничестве. Или у меня вообще открытые границы считаются? У меня, наверное, открытые границы. У меня, по-моему, там сотрудничество с Китаем. Да. Это значит, что открыты границы. Все нормально. Надо соглашение посмотреть, а то у меня уже накоплено дипломатического капитала. Прилично. Может, какое-нибудь соглашение отменить и более крутое принять. Да, бразилец, конечно, быстро рассыпался. Но я уже на втором месте по очкам. Так. Разумеется, компромисс скучен и банален. Тем не менее, вдохновляющие, оригинальные... 12 уровень превосходства. Технологии наше спасение. Кого улучшим? Автосани и нанорой. Но у меня нету ни автосаней,
не нанороя. Обученный нанорой, зрелый нанорой, первоклассный нанорой. Это типа, это путь гармонии, это путь превосходства, это гибридный. Идите к радиусу обзора, хотя у меня ни того, ни другого юнита нету. Так, что у нас? Так, что, во-первых, за предложение? Да. Приму. Что у нас теперь по пути победы? Трансцендентность. Вот, контакт. Найти... А, мне надо сигнал предтеч еще обнаружить. Не только эту штуку открыть, но и сигнал предтеч еще. Один я обнаружил, а теперь надо второй. Снизился в Асрае. Отлично. И... Пусть пока тут сидит. Дальше по дипломатии. Кинос действующее соглашение. Затраты на новые технологии пускай будет. Стоимость производства городских зданий на культуру. Ну вот это, кстати, можно и убрать. Потребление энергии боевыми пускай будет. Три культуры стратегических. И рабочие создаются. Вот мне, наверное, рабочих можно убрать. Господи, у меня этих рабочих уже. Давайте я еще раз куплю. Чтобы их вообще просто уже немерено было. И я такой думал, нафига я их купил? Столько. Ну вот, я еще 6 рабочих прикупил. Давайте уберем вот это соглашение. Теперь что-нибудь поинтереснее у тебя есть? Отлично. Наука стратегических ресурсов. То есть, вот, смотрите, что тебе происходит с антигравием, с титаном. Вот антигравий. Еда, 2 производства, 4 энергии, 2 науки и 4 культуры. Короче, просто чума. Так, что в Арше будем делать? Это на науку, да? Поэтому давайте так откроем. Обсерватория. Сеть. Сенопитомник. Нейролаборатория. И термохлинный руль. В Сабде. Нейролаборатория, термохлинный руль. И пока все. Это уже до этого все построено. Институт построю. Так, а где это у меня? Вот тут он у меня. Устройство. Вот, кстати, можем сигнал найти. Да. Вот она, копия сигнала. Второй сигнал. Теперь проектор, шифровка сигнала. Новый уровень совершенства еще найден. Атомный тесселятор. Ну, у меня пока, видите, 2 артефакта, больше пока ничего не могу сделать. Ну, давайте превосходство поднимем. Нам 15 уровень, кстати, надо для победы и превосходства. О, подлодочка улучшена. Против подводных. Нет, лучше на понижший урон. И что еще мы можем улучшить? Все? Да. Так, что у нас в списке побед теперь? Проектор, шифровка сигнала. Это, видимо, в городе надо постройку какую-то начать. Да, вот он, 17. Давайте глянем, в каком городе побольше производства. 37, 40, уже побыстрее. 58, 13 ходов.
Ну, давайте здесь, наверное, организуем. Нельзя. По какой причине у меня Сабда самый производственный? Ну, тут вообще, конечно, красиво все выглядит. Давайте расшифровку сигнала. 13 ходов будем делать. Ну, мне вообще несколько юнитов надо бы и исследовать наземные континенты отправить, потому что эти штуки, вот эти могут быть и на земле. Так, биоколодцы я решил строить вместо ферм. Кстати, биоколодцы можно на миазме строить, а вот земной ландшафт на миазме невозможен. Так, вообще у меня опять же дипломатического капитала дофига, может мне мои умения уже до конца поулучшать. Тем более плюс 90 вход валит. Прогностическая система, да пожалуйста. А куда тут дальше по... в усилие воли иду, да? Усилие воли... Потом никто не лишний, наверное, и ландшафтная архитектура. Вот так я пойду. Приблизительно. Кстати, тут можно будет бонус синергии тоже закрыть. Новый пусковой комплекс гораздо сложнее тех, что мы строили на земле. Плюс 10% к производству беру. Соглашения отменяют. Так, тут сначала создание сети делаем. Я, наверное, начну уже инопланетян убивать. Я так думаю. Пора. Смысл. Васрай институт. Конечно, вот институт, он без специалистов ничего не делает. Хотя, сколько сейчас стоит у меня рабочие? А так рабочие 220, а с тем соглашением 10, нормально. Давайте какой-нибудь юниты побыстрее, чтобы по земле ходить. Так, Кнор. Два хода. Это спутник, Ксенорой, два хода. Два, по-моему, Сани там... Нет, два. Вот, автосани, три. Давайте, может... Ну, блин, 9 ходов. Что-то долго в этом городе. 4 производства. Нефтехимические производства энергию даст. Но с другой стороны, тут одна только... Как бы 4 хода строить. Ай, давайте в исследование. 25% производства в исследование. Ну, там нету что-то... Нету нормальных... Нечего нормального строить. Во, действие рабочих меньше. Вот сферу дронов. А мне тогда
этот земной ландшафт будет мгновенно строиться. Ноль модулей. Пошли возобновлять. Букашки эти ползают все по планете. Они уже не понимают, что это не их планета. Ну, биоколодец. И скажем так, они еще не понимают, что это уже не их планета. Стоим на дежурстве. Ну, я чисто сейчас вот мои быстрые юниты буду использовать для исследования территории. Все. Просто в Асрае не так много производства, так там как-то долго эти юниты строятся. Как вообще у нас... Ну, сейчас ход начнется, гляну. Как там обновились. Экономика. Нет, тут у меня, по-моему, все зашибись. Тут вот уж что-что, а экономику я поднял. Давайте смотреть. 9, 9, 9, ну хутома 7, 9. То есть я вообще со всеми тут могу в дружочках, пирожочках тусить. Волна будущего. После завершения строительства голографической комнаты огромную популярность в колонии приобрел голографический сериал о Старой Земле. К сожалению, известная корпорация, владеющая правами на этот сериал, предъявила нам иск. Если мы удовлетворим его, корпорация согласна предоставить нам другие, более ранние голографические программы. Давайте разрешить свободное бесплатное развитие. Охо. Берем усилия воли. И вот смотрите, я могу следующим ходом взять что-нибудь из знаний или из промышленности. Причем лучше из промышленности второго уровня. Я тогда закрою синергию промышленности и закрою синергию тут второго уровня, получу еще одно направление бесплатное и возьму в процветание дальше. Вот никто не лишний. Наверное... Ну тут все фигня. Наверное, взаимосвязанную сеть возьму. Так. Строим. Опять очередь ставим. Давайте клеточный инкубатор. Ну, просто тут мало производства пока. Это недавний только город. Немножко надо поднять производство и перерабатывающий комплекс. А потом... О, резервация инопланетян нормально. Клиника. И потом сеть. Которую... Нет, сеть. Дальше. В аксиоме что... Я защиту построил. Опять перерабатывающий комплекс. Клеточный инкубатор. Наверное, лабораторию. Клинику. Сеть. Вот так пока. В пране тоже защита сделана. Тут еды маловато.
Давайте водоочистительную станцию сначала, это заодно и производство поднимет. Потом клеточный инкубатор. Перерабатывающий комплекс. Обсерватория тут с фероксидом желательно. У меня тут нету фероксида. Можно реликвию старой земли, кстати. Просто лабу вот так пока. В Васанте. Ну тут, конечно, дофига у меня хороший город. Большое производство. Почему не ставится... А, потому что у меня тут залочено все. Вот так сделаем. Дальше, дальше, дальше. Ну, ксенопитомник. Я бы поставил плюс 10%, тем более тут ксеномасса есть обработанная. Дальше давайте сеть. Нейроафероксид тут есть? Фероксид? А, фероксид есть. Значит, и нейролабораторию давайте. Да и термохлинный руль тут можно построить. Потом реликвию старой земли. Вот такая у нас очередь. Так, эти ребята тут в городах на дежурстве стоят. Блин, у меня уже столько здоровья на самом деле. Ну, просто биоколодцы все равно лучше, чем фермы, потому что они и еду дают, и здоровье еще к этому сверху. Правда, требует содержания дофига, но у меня, мне кажется, много уже энергии. Можно пренебречь. Сейчас стану 14 уровня превосходства. Мне бы сейчас и праведность поднять. Какой там... До какого уровня вообще объединяются вот эти... До 10. Вот до 10 уровня есть... То есть мне бы праведность до 10 уровня поднять еще. Я получу... Что? Здоровье 10% энергии в городах с боевым юнитом, 10% к производству, 10% культуры в городах в радиусе дружественно-орбитального. Ну, у меня, видите, на орбите вообще ничего нету. Поврежденные юниты автоматически восстанавливают 3 очка здоровья каждый ход, плюс 25% к производству боевых юнитов. Вот это нормально. И больше никто не воюет, да? Все гляну. Хватит говорить. Блаженный. Тайная операция в Мандире кто-то пытался провести. Так, смотрим. Значит... вот у нас, например, Китай воюет с Хутамой. Нет, не воюет, а санкции, только санкции. Дальше, Хутама, санкции. И санкции с Элоди. Африканец со всеми в нормальных отношениях.
араб тоже, и Элоди. То есть вот у Хутамы только плохие отношения с Китаем и Элоди. Блин, я умение хотел свое улучшить. Уже окончательно. Все. Максимум. Ух ты, 500 культуры дали от заброшенной экспедиции. Нифига себе. Так, значит, как я и говорил, беру взаимосвязанную сеть. И благодаря этому бонусу синергии беру никто не лишний. Отлично. И через 3 хода улучшаем. У меня, правда, всего пока 2 земных ландшафта построены, но очень скоро их будет много. И это просто будет вау. Включаем. Сколько у нас? 6. Еще 5 надо найти. Ну, по-моему. What's ours is yours. Ну, по рукам. Че мне не с Хутамой и не посотрудничать? Нормально. Надо тут побольше пооткрывать городов. Явно у меня почему-то в Китае очень хорошие караванчики бегают. Открывай искусственное мышление, 15 уровень превосходства. В Дораду можно. Очередь. Так, перерабатывающий комплекс. Реликвию старой земли, наверное, нафиг надо. Давайте клинику. Водоочистительную станцию и лабу. Вот так пока. Еще 2 модуля экспедиции. Ну, вон устройство предтеч, предположим. Да, наверное, туда поплыли. Там где-то, я помню, еще где-то рядом вот был разбитый колонизационный модуль. Как раз можем 2 проекта по очереди провести. Ух ты, капсулы еще не собраны имеются. Дополнительно 163 очка науки. Отлично. 15 уровень превосходства. Так, улучшенный самолетик. А, нет. 16 уровень, улучшенные самолетики. Так, ну теперь хочу на праведность прокачать. И кроме того, нам надо... Врата освобождения. О, давайте гиперкомпьютеры. Как раз тут праведность получим. 7 очков. Потом в массовое производство заглянем. О, плюс наука и плюс культура. Потом генетика инопланетян. Всех улучшений
Купола, ну это такое. Вот, кстати, бронированная пехота обычно, в общем, такая есть раннего раша. Вы идете, берете, чтобы вам был виден титан, обрабатываете титан и идете прямой наводкой эти сервомашины. Бронированная пехота требует одного титана. Ну и четвертый уровень праведности. Соответственно, там, правда, пока вы дойдете, по-моему, как раз у вас четвертый уровень праведности должен открыться. И вот эти от бронированной пехоты там практически невозможно отбиться. Вот как вариант. Ладно, пока такой у нас. Такая очередь. Обломки спутника. Блин, где еще эти штуки? Наверное, в эту сторону поплыву. Я не думаю, что здесь на самом деле что-то будет. Чтобы там время тратить. Тут, конечно, куча места. И надо бы сюда какой-нибудь наземный юнит отправить. То есть вот это вот огромный континент, похоже. Что, три города, что ли, у Китая? Слушайте, а как долго у меня вообще... Торговые пути. А, они автообновляются. Так мне, может, некоторые надо бы поотменять. Ну, так выглядит прикольно пока все. О, Санто-Андриан. Там уже почти все... Так, модули возобновлены. Там у меня плывет, да, туда исследователь. Тут где-нибудь внизу что-нибудь есть для моего исследователя. Ну, видимо, надо сюда плыть куда-то далеко. Не, слушайте, ну это реально далеко. Подождите. Может, тут сверху что? Тоже как бы далеко. Ладно. Поплыву туда. Так. Что-то там... Хотя, какая разница? Пускай там Китай получает свои эти очки науки, да? Подумаешь. Да, блин. Чё меня сюда тянет, эти льды? Так.
Давайте титан обработаем. Расшифровываем сигнал. А тут что я строю? А, это чудо сфера дроном, она ускоряет в два раза. Я просто хочу сейчас принять вот этот эко-архитектуру и увидеть, как красиво будут выглядеть эти уже тут построены земные ландшафты. Просто будет отрыв башки. Так, значит, принимаем. И смотрим. Три еды, три производства, три культуры. Как вам? Просто пять ходов следующее. Это просто вообще. Подчинение институту. Институт едва ли не самый крупный. А, ну короче, что у нас от института? Конечно, 5% от науки. Бесплатная технология, мне кажется, будет меньше давать науке, чем бесплатная. Чем 5% от института. Ну и все, на этом я, наверное, пожалуй, закончу серию. Мы тут впереди, мне кажется, очень так серьезно. Давайте глянем. Ближайшие 10 имеет 11 африканец. Да? 10-11. Все. По очкам. Ну да, по очкам я отстаю. Тут больше очков вон у Хатамы. Я даже не представляю, за счет чего. Неужели... А почему не представляю? Я могу посмотреть вообще-то. Счет. 262 за население. У меня сколько? 240. Не сильно отстаю, да? 64 за города. У меня даже городов больше. Блин, с кем я не с тем сравниваю. Вот, Хутама. 69 города, 265 населения. Да, примерно равны. Территория у меня 50, у него 55, тоже примерно равны. Чудеса. У меня 0, правда, за чудеса. У него 50 за чудеса идут. 108 технологии. Я даже впереди по технологиям. Странно, а за счет чего? Ну и направление развития у меня даже больше. Странно, у него только плюс 50. То есть он реально плюс 50 только за счет, по-хорошему, вот за чудеса. За... чудеса имеет. Все. Подумаешь, чудес настроил. Ладно. Напоминаю, что спонсоры уже продолжение прямо сейчас могут в сообществе, во вкладке сообщества посмотреть. Для всех остальных оно выйдет завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!